Учитывая, что около 70% нашей планеты покрыты водой, неудивительно, что на ее глубине были обнаружены исчисленные тайны и удивительные сокровища о древних кораблекрушениях. Но иногда водные глубины решают поделиться тем, что когда-то украло у нас. Золото – один из самых ценных металлов. Высокая стоимость золота стала подспорьем для активного развития металлопоиска на пляже. Вы на канале Поиск 63. И с вами Александр. Поехали! Десятое место. А поднял я вот что. Вот он комочек, видите? Берем ее вот из этой вот. В принципе, прямо наверху было. В комочке. И это у нас вот такая вот золотая цепочка. Так, замочек имеется. Так, что у нас тут? Она у нас оборвана. Как вы видите, замочек у нас целый, а вот здесь вот ушко разогнулось. Видно, потеряли. Это у нас, наверное, девчачий браслетик маленький. Вот такой вот. Зачетный. Классный. Если бы он лежал бы, как я на своем опыте уже знаю, если бы лежал бы вот так вот, раскинутый по всей длине, прибор бы его не взял. Когда он в комочке, он издает, а когда в развернутом виде, сигнала совсем, как вы видите, нет. Но когда в комочке, сигнал есть, когда в комочке. А вот в развернутом все. Часто так золото у нас сквозь катушки проходит, незамеченное. Тяжело поднять, конечно, вот такие тонкие вещи. Ладно, забираем. Забираем вот такое вот замечательное украшение. Продолжаем. Девятое место. Так, ребята, первое сегодня золото. Это у нас колечко маленького размера, пробы. Что-то проб не вижу, но я точно могу сказать, это золото. Пробы. Есть, нету. О, есть надпись, ребята, надпись. Это SL. Я подымал на этом же пляже. Тоже брендовое кольцо SL. В интернете я нашел, что это Sunlicht Brilliant. Эта фирма занимается именно золотом и бриллиантами. Есть такая фишка. SL. Классная. Маленькая, легкая. К сожалению, не знаю, сколько весит. Постараюсь вам в граммах тоже все это показать в процессе видео. Зачетно. Первое золото сегодня. Да и вообще, первое золото этого сезона. Зачет. Идем дальше. Восьмое место. И наконец-то у меня был стоящий сигнал. Блин, сейчас, наверное, не потерять бы лишь бы. Потому что если я его потерял, это будет беда. А, нет, нашел. Смотрите, что. Смотрите. Фу.
Это у нас золото. Самое, что ни на есть, настоящее золото. Серьга. Зачет. С камушками. Вот такая вот лабуда у меня сегодня выпала. Не зря я тут мучился, собирал. Не знаю, в конце копа я вам покажу, какое количество я поднял монет. Но очень много. А сколько было пробок, это вообще жуть. Имеется у нас здесь проба. Ну, можно было и без пробы догадаться, что это золото, потому что оно у нас не темнеет, не ржавеет и ничего такого. Вот у нас здесь вот имеется проба. Классно. Ну, вот такая вот штучка у нас выпала. Коп удался, я считаю. Хоть и одна зачетная находка. Я имею в виду золото. Вот такая вот. Классно. Я рад. Итак, ребята, принес я скуп к берегу, чтобы взять камеру и показать. Смотрите. Вот такое чудо у нас здесь. Металл вроде желтый, но фасончик колечка довольно-таки старый. Вот такая вот приятная штучка у нас вылетела. Зачет, зачет. В глине было. Глина здесь такая, знаете, вот такого вот. Может, лечебная? Не знаю. Но колечко приятно порадовало. Порадовало. Приятно? Зачетно. Жалко даже будет такую красоту отправлять на переплавку. Ну, не знаю. Поживем, увидим и решим, что с ним делать. Но приятное золотое кольцо. Вот с таким вот камнем. Фасончик, конечно, старый. Не знаю, каких лет, каких периодов. Сейчас только что монетку подымал. 2 копейки 69-го года. Пляж довольно-таки, ну, старенький. Ладно, идем дальше. 6-е место. Ребята, а вот эту находку уже на самом деле приятная. Это у нас золото. Блестит. Очень сильно блестит. Классное. С камушком. Не знаю, камушек, бриллиант, нет. Но его потеряли очень-очень давно. Потому что, смотрите, внутренняя часть кольца почернела. Возможно, это кольцо советского времени, потому что сегодня очень много находок именно той эпохи. Были монеты с СССР, и вот золотишко тоже вышло. Ладно, продолжаем свой коп. 5-е место.
Ну, ребята, и наконец-то у меня зачетная находка. Вот такое вот золотое кольцо. Сначала я думал, это мужское обручальное кольцо, но здесь у нас есть вставочка белого серебра или золота. Наверное, все-таки золото. И камушки. Обручалка, наверное, все-таки женская. Вот такое вот зачетное, классное, с камнями. Если кто-то узнает, обращайтесь. Верну, но, конечно же, за вознаграждение. Так что классная находка. Сейчас поближе я ее вам покажу. А находка, ребят, вот такая, смотрите. Вроде как золотое кольцо обручальное, но здесь есть рисунки. Белая вставка. Скорее всего, белое золото. Я потому что считаю, что на золото серебро вряд ли делают, если же только на серебро золото. А в данном случае вот такое вот колечко классное, с камушками, блестит. Вот, и внутри у нас имеется проба 565 вроде. Так, сейчас поближе приведу. 585. Да, 585-я проба золота. Класс. Четвертое место. Принес просто скуп сюда. И сейчас я вам покажу, что я нашел. Нашел я просто шикарную вещицу. Желтый металл. Итак, ребят, достал я где-то вон там, вон, в той области. Там чуть побольше пояса. Под грудь, короче, и притащил вот сюда, в этом скобе. Там ил, неудобно было вам показывать. Вот, смотрите, вон она, красавица лежит. Ах, какая чудесная вещица, прям королевич на них колечко. И наконец подобрались к трем топовым местам. И третье место. Ну и сегодняшняя, ребят, сенсация. Наконец-то мне с этого пляжа выпало золото. Вот такая цепочка. Сейчас я ее песочком почищу, чтобы блестело. Ну да, это золото, ребят, че? Золото. Классно, классно, это золото. Я думаю, даже не сомневаться не стоит. Зачет. Класс. Приятная находка. Наконец-то этот пляжик
улыбнулся мне золотом. Сегодняшняя бомба — это вот такая цепочка. Но это я точно могу сказать, что это золото. Приятная, прям чудесная такая, классная, зачетная вещица. Проб я как-то здесь не видел, не обратил внимания. Вон, видите, замочек рассоединен. То есть оборвалась цепочка именно в замочке. По-моему, пробы все-таки есть. Сейчас вместе с вами посмотрим. Да, 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 да. Проба есть. Вот она, проба. Все-таки это золото. Классно. Приятно. Ну, по весу я не знаю сколько. Ну, такая, в принципе, массивная цепочечка. Приятно. Вот так вот мы сегодня отгуляли. Вот такое количество приятных находок нас сегодня просто удивили. Второе место. Итак, второе место. На этот раз у нас второе место занимает мужское кольцо типа печатки. Но оно называется мужское кольцо с черным вот таким вот камнем. Также имеется у нас да, кстати, я его не видел, что здесь имеется проба, но я его проверял, вот видите, при помощи йода. И это у нас оказалось чистое настоящее золото, хотя на нем пробы нет никакой. Но я его проверил, это действительно золото. Почетное первое место. Так, ребята, у меня находка. И надеюсь, эта находка, ребята, стоящая. Смотрите, что. Вот это да. Вот это красота. Ну, походу, ребята, это бижутерия. Здесь вот такая красивая кошечка с камушком. Красиво, красиво, ребята. Видно, в этом году потеряли. Ну, это бижутерия, наверное. Опа! Какое-то клеймо, ребята, клеймо. Вот здесь клеймо, ребята. Домой приду, разберусь. Хорошая, ребята, находка, и это меня радует. Может, и рыжье золотишко. Но здесь, ребята, клеймо. Хорошо, продолжаем, ребята. Поднял я его по весне, прямо на пляже. И это у нас вот такая вот золотая зачетная киска. В лапках у ней имеется камушек. Не знаю, что за камень, но на свету он здорово переливается. Очень здорово переливается. Вот такая вот зачетная киска. На нем также имеется проба. Проба. Так, где проба? Вот здесь вот на плече у киски имеется проба. Вот зачетное первое место у нас занимает вот такая вот гламурная вещица.